Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 8, урок 15. Сложи фигуры из частей квадрата. Фигура А. Синий прямоугольник, желтый треугольник и красный треугольник. Синий прямоугольник, красный и желтый треугольник. Синий поставим сюда, а желтый с красным соединим в прямоугольник. Сюда красный, сюда желтый, сюда синий. Желтый, красный, синий. Вот таким образом мы сложили все эти фигуры из частей квадрата. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.